Женщины. Этим фактом были очень удивлены американские инструкторы йоги, которые приехали в Россию с обучающими семинарами. Если раньше йога была экзотикой и ассоциировалась с бородатым индусом, который спит на гвоздях, то сейчас эти занятия для многих стали нормой, а для некоторых – стилем жизни. Несомненное преимущество йоги – возможность заниматься ею самостоятельно. Инструктор нужен только на первых этапах, чтобы объяснить азы и показать, как применять различные практики. Однозначно, трай-йога предназначена для всех, для людей любого возраста и любых возможностей. В трай-йоге существуют разные уровни, 7 уровней, и каждый человек может для себя выбрать тот уровень, который ему подходит. Было бы очень глупо сказать, что только сильные или только стройные, или только молодые, молодые должны и могут заниматься йогой. Это не так. Всем она доступна. Новое, но достаточно распространенное направление – трай-йога. Что это такое, демонстрировали в Барнауле на международном семинаре. Трай-йога – это йога триединства, можно так сказать. Основными практиками, которые являются асаны, поза йоги, мудры, жесты рук и пранаяма. То есть люди учатся, как правильно двигаться, как правильно дышать. Ведущие семинара – гости из Америки Джон и Стефани, последователи гуру трай-йоги Калиджи. С обучающими тренингами они посещают Россию уже в 5-й раз и отмечают, что интересующихся йогой становится все больше. При этом это не только дань моде, но и стремление достичь гармонии с собой и стремительно меняющимся миром. Ася Маслова, Дмитрий Саранцев, Вести Алтай.